Ну, что надо? Да, тебе ты плохо выглядишь. Ты плохо выглядишь, Юс. Я уже 5 дней не спал, но чувствую себя просто отлично. Осторожней, можешь не выдержать. Не, это все равно, что утренняя зарядка, ведьмак. Ага. Скоро на твоим трупом будут смеяться так же. Забавно. Ты рассказываешь стражнику, что только что убил человека. Шучу. Вообще, ты отлично справился. Я счастлив. Счастлив. Теперь бери свои деньги и исчезни. Исчезнуть? А может, лучше ты исчезнешь? Я не понял. Если будешь и дальше торговать фисштехом, я сделаю так, чтобы ты исчез, и чтобы никто никогда тебя не нашел. Ладно, ладно, не стоит беспокоиться. Я все-таки страж порядка. Пока, Юс. И помни, что я тебе сказал. Вести. Мне пора подумать. Мне удалось обнаружить и уничтожить логово Сламандра в храмовом квартале. Теперь мне нужно найти главу Сламандра и пока очень сентим. О, уже? 200 у нас. Возвращаем потихонечку наши эти миллионы. Так, пойдемте на болото. Через портал Калькштейна, наверное, зайдем туда. О, там какой-то именной чел был. А, это зубной этот чел, да? Чем? Да. Вон. Прощай. До тех... Понятно. Так. Нам нужен Калькштейн и дом. Я ухожу отсюда. Давай, иди сюда, если уже. Так, болото. Блин, карту бы. Блин, на болото, кстати, карту реально бы, чтобы была. Ладно, будем через эту штуку открывать, видимо. Через задание. Я не понимаю, почему не открывается карта. Так, нам надо прямо держать левой стороны. Куча костров там, лагерь. И ничего интересного. Место силы. Короче, я думаю, что нам надо бежать сюда. Давайте сначала к друидам заскочим. Может быть, у них что-нибудь прикольное есть, хотя навряд ли. Ну, просто заскочим. Так, налево, я говорил, там держаться вроде. Да, вроде правильно, вот сюда, да? Да, прямой. Погнали. Направо у нас впереди лагерь, нам налево. Кимры, явки. Не, чуваки, вы все идете нахер. Кимра воин тоже идет нахер. Отвали. Да ведьмак, блин, не кувыркайся. О, волки. Варев. Блять, это он. А у нас тут пиздак полный. Мы не можем тут драться. Блять, пиздец. Блять, он за нами бежит. А, чел. Ласточку. Филина. И где он? Блять, он же за нами, блять, бежал. Куда он делся? Дед, он испарился или что?
What the fuck? И где, блядь? Вон он. Окей, вижу. Короче, жгем всех нахер. А, блин, не кувыркайся, ведьма. Надо воды, наверное, еще выпить. А где вода? Блять, я воду выложил, дурак, что ли? Кимр, отвали. Останки. Чьи останки, блин? Ворев еще жив? Ну, кто-то уже посгорел, да? Нет, Ворев вон бегать. Давайте, мы вроде свой круг нашли, будем сейчас по нему бегать. А ты Ворев? Вроде собачка сдохла. Ощущением. А ты кто, плавун? Давай вот так вот сделаем. Так, ты пиявка. Новый уровень. Так, ну тут самое главное труп варефа найти. Пикай, блядь, ведьмак. Там взрываться сейчас будут. Так, слутаем все, чтобы тут нам выпадало. Пока не пропало. Блин, а есть тут нет ограничения на количество трупов? И мой варев не пропал. Так, ну варев где-то здесь должен был умереть. Надеюсь, сейчас мы его найдем. Это он. Похоже, да? Голова волка, трофей, за который да, но. Ты хочешь мирт? Ну, как бы, игний. Шкуры волка тоже нафармили. А мы можем, наверное, можем кого-то продать. Алхимику, опять же. Надо будет сходить сделать это. Окей, ладно. Ну, вообще можно валить с болот теперь. Ну, я бы к друидам еще раз заглянул все равно. Может, ничего не прикольное скажут. Просто у нас непонятно, что с этим варгеном делать. Вроде бы квест есть, а что делать с ним вообще непонятно. Кого ждать? Кого ждать? Куда ждать будет? Все, что я с друидом до этого квест вел, может быть, еще раз с друидами пообщаться. Старший друид. Чего тебе, путник? Да вот хочу знать, откуда здесь большая виверна, блин, внезапно появилась, и большой волк. Прощай. Читаю, что у вас тут виверны ручные и волки. А что-то большой пиявки не появилось. Да, до встречи. Ну, что не хотим говорить. Ты что не скажешь? Где? Да все растет. Молчат. Не хотят признаваться, да? Окей, ладно, волка мы нашли. Виверну мы тоже нашли. Блин, карты нету, не могу весить. Где моя карта? Так, нам, короче, сейчас чуть-чуть правее и много-много прямо. Куда-то туда. Окей. Ну, уходим тогда с болот. Больше задерживаться тут смысла не вижу. Кимра Войн. Что, может быть, еще одного воина убьем?
Ты не хочешь оттолкнуться? А, мне не переключается знак. Ведьмак, ты костанешь, может быть, видней? Еблан на ведьмаке, блядь. Ёбнутый, блядь. Мудила. Да пиздец, блядь. Просто стоит, блядь, АФК, блядь. Миллиард раз, блядь, нажал ёбную кнопку, ведьмаку, блядь, похуй. Может, это заработала карта, не? Или, может, у меня реально клавиши не работает, я не понимаю. А, мы... А, нам... Ладно, нам, в принципе, не надо бежать. Окей. Погнать сразу обратно тогда. Ой, блин, как удобно. Еще где-то здесь налево. Не будем на этот раз драться. Видимо, решил потупить немного. Нафиг. Был бы не тупой ведьмак, подрались бы. Так. Дверь в башню. Чел от нас отагрились. Можем войти, значит. И тпшнуться куда, блин, тпшнуться? Я не знаю, куда тпшится. А где Кальпштейн? А, вот он. Охраняет портал мой. Ну, пойдемте квест дадим на голову. Здесь вроде все очевидно. То, наверное, пойдем делать квест тогда вот с Шани и Трис и этим Альвином. Что остальные квесты пока у меня как-то в тупике. Место потерялось. Я не знаю, то, что карты не открываются, хоть игру переспускай. Тебя сюда как же это бесит. Не, вдруг это реально клавиша сломалась у меня. Так, ну это же можно проверить, сломалась она или нет. А, да, у меня реально... Короче, у меня нампад съехал. Бывает такое, все. Окей, это проблема у меня. Да. У меня клавиши с нампада, блин, съехали на клавиатуру. Не знаю, почему такое происходит, но иногда происходит. Твоя реп... То есть... Ой, 5 чудищ мертвы. Это стоит награды. Этот рунный камень может тебе пригодиться. Он очень сильный. В смысле? Кипя чудищ, блин. За что, а что он? Платят? Огромный волк появился на болотах. Вивер. Местные. Я убил огромного волка. Вот его голова. Только не ко мне на стол, Геральт. Мертвечиной пахнет. Вот, 600 аренов. Будь здоров. Окей. Так, получен рунный камень Перуна, что? И 600 аренов. А время наполняет клинок силы магии, увеличивая вероятность удара на 60%, удваивает нанесенные повреждения, увеличивает вероятность критического удара на 30%. Но временно, да? То есть это как смазк. Такое. Окей, давайте попробуем, наверное, продать шкуры волков. Ну, по идее, еще там должны быть в инвентаре, давайте посмотрим. Довольно. И пойдем, наверное, к Шане разбираться с ребенком. Что там от нас требует? Тебя сюда прислали. Меня сюда прислали, да? Привет. Чем? Может, с Тайлером еще поговорить? Может, что-нибудь новое скажет? А значки сломандров мы никому не можем вроде продавать, да? Жалко. Или кольцо еще? А, у меня много колец. Кольцо тоже надо продать. А, что-то еще есть? Это тоже, по идее, смазка, да, временно придает. Можно с собой таскать, наверное, все-таки смазку.
Рунный камень временно наполняет. Блин, и это смазка. Блин, все временное. А вот метеоритный камень только вот эти. И руна земли у нас есть, но как наложить ее непонятно. И вообще на этот ли меч я могу наложить ее? Тоже не ясно. Так, и вот, давайте возьмем. Ты что-то без воды не очень. Пойдемте все продадим. Ну или, по крайней мере, постараемся продать. Так. Ну, карты заработала, это приятно. Что она вообще слетела? В какой момент это произошло? Ведьмак, прячьте женщин. Просто, кстати, случайно мне взял и слетел нам пад с этих. Что? Ведьмак. Странно. Так, мне нужен. А, ты что ли нужен, погодите? Ты хрен знает, где бродишь. Чел, блин. Ты можешь, блин, спокойно на месте постоять хоть раз? Так, это продали. А теперь нам нужен алхимик. О, покупает вроде бы, да? А, ну как, так себе покупает. Больше нету? Масло от призраков. А, нет, есть. Что-то не супер дешевый, к сожалению. Может, кому-то другому надо было продавать, на самом деле. Так. Что у нас еще осталось? Вроде бы ничего больше, да? Всякие бафы, бомбы, это все нам надо. Так, и куда мы хотели? К Покрестушане, да, пойти? Больно не будет, ведьмачьи секреты. А, Леоварден еще можно навестить. Я бы, наверное, предпочел сначала все-таки, да, вот этот исток. И он в другом квартале. Бежали обратно. Так, через дом 300 пешкнуться не ближе. Ну нет, такое себе. Потом дойдем, я думаю. Тут ускорением жалко бегать нельзя. Мечики не подбираются. Я, кстати, вот в этом квартале даже ночью нельзя с мечиком бегать, если только на тебя кто-то не нападет. Что привело тебя сюда? Нет, я не хочу. И табаки на мне, кстати, висят. Благословение воды, мощный знак Акси. А, это то, что я эти набрал. Да. Так, давайте еще раз. Сток. Да, в лечебницу нам. Давайте сохранимся. Отдохнуть бы. Угу. О, Дудик, ты что тут делаешь? О, Геральт, повсюду тебя ищу. Никогда бы не подумал, что сестра Наташа такая страстная натура. Никогда не видел, как она склоняется над пациентами. А эти глаза... Лютик. Жесть, он возбужденный. Так вот, иду я к Наташе. Хочу, значит, поразить ее своим остроумием. И тут вижу, два высоких странных типа тащат этого парнишку. А тот орет вовсю, плачет. Они его даже по имени назвали. То ли Алькин, то ли Альпин, не помню. Вот дерьмо. Как раз он мне и нужен. Тогда можешь мной гордиться. Несмотря на угрожающую мне опасность, я решил помочь парнишке и проследил за этими двумя ублюдками. Они затащили его в один дом. Ты прав, я тобой горжусь. Ну, сказал же тебе. Ну, так вот, я тебя туда отведу, а потом сложу об этом балладу. Дом тот в районе нелюдей, так что иди за мной и давай поспешим. Ты выздоровеешь, обещаю. Ладно, идем за Лютиком. Ждет меня, хорошо. Да иди-то, блин, чё ты врезаешься-то в меня, я сзади тебя, чел. Как ты мог, блин, бежать вперед, врежется в меня, который идет сзади тебя?
Да? Вот сюда они его и затащили. Я видел, как они вошли во двор. Отлично. Как это неудивительно, ты действительно мне помог. Теперь жди здесь и не входи до тех пор, пока в доме не станет тихо. Эй, ты всегда мне говоришь ждать. На этот раз я пойду с тобой. Я собираюсь создать новый литературный жанр – активную балладу. Ни за что. Еще не хватало задеть тебя во время боя. Мне всегда приходится ждать снаружи. Ну что ж, искусство поэзии требует жертв. В окно посмотри. Быстрее, Гер. А, тут нет окон. Бежище похитителей. А, в смысле, сразу? Ладно. Это как саламандры? Нет, просто ассасины. Бам. Все. О. Геральт, я рад, что ты здесь. Они плохие. Я знаю, знаю. Теперь все будет хорошо. Они умерли? Да, Альвин. Они не оставили мне выбора. Иногда приходится драться. Я понимаю, Геральт. Я это запомню. Уйди меня отсюда. Пожалуйста. Конечно, уйду. Сейчас пойдем к Трис. Так, оказалось, он был похищен саламандрами. Написано было ассасины. Я же специально не смотрел, саламандры это или нет. А, ну у них значки саламандры, да. Ух ты, сколько крови. Вот ты им задал, Геральт. Да, это тот мальчишка. И что бы ты без меня делал? Тише. Я слышу шаги снаружи. Они идут. Быстрее хватай парня и выходи через черный ход. Ты услышал их отсюда? Ты не перестаешь меня удивлять. Хорошо, я заберу его, но куда его везти? А, к Трис? Отведи его к Трис, она волшебница, она сможет его защитить. О, та рыженькая сильно расстроится. Но на твоем месте я тоже вообще не стал. Вообще плевать на нее. Колонью. Уходите, они идут. Ладно, мы уходим. Отведу парнишку к Трис. Я тебя убью. Смотри, не перепутай. А, там еще кто-то пришел. Окей, давайте в кучку. Ну? Там один не попал. Ты труп. Умри, дерьмоед. Угу. Скажешь. Так, блин, я не знаю, кого тут лутал уже, а кого нет. А, ну, кстати, нету мечика. Мечик-то надо подобрать. Этот подберем, а вот этот нельзя? Тоже можно. О, стоп. У меня две ячейки активные, вау. Ого. Какой юзлес. Еще больше бесполезных ячеек. Одну ячейку купили за 5000. Неплохо, неплохо. Так, у нас там выход. Это тоже выход, но они все не рабочие. Так, а лутика у них не было, да? И подвала у них тоже нету. Окей. Вот и решили, как отправить Альвина к Трис. Так, ты что тут смотришь? Ну-ка, не подглядывай. Так, и что теперь? А, я должен поговорить с Трис. Ну, пойдемте к Трис. Мы, кстати, сейчас с Тревелом воспользуемся спокойно. А Шане поговорить не надо? Вот она будет переживать, куда Альвин пропал. А мы скажем, что его саламандры украли и убили. Так, загрузочка. Так, Трис, как всегда, дома? Нет, она на первом этаже тусит. Так, Альвина вижу, а где Трис? Чел, ты Трис не видел? Геральт, можно мне поиграть твоим мечом? Нет. Ни за что. Ну, я хочу поиграть. Обойдешься.
Так, что мне делать? Где искать этот рис? Ай, блин, эти персонажи. Да, она здесь. Я здесь нет. Так, я могу время скипнуть через портал там, например. Вау, здесь зеркало работает. Охренеть. Где мне, блин, проскипывать время? Пойдемте в таверну, что ли. Наверное, самое ближнее, что я могу вспомнить. Ведьмак, прячьте женщин! О, а ты что тут ходишь, Время для исследования. Возвращайся позже. Ладно, давайте позже вернемся. Редание. Сейчас что у нас? Вечер, да? Давайте день сделаем. Что-то как-то у меня тут квесты все затупились. Мне прям это не нравится. Не понимаю, что с ними делать. Проблемы? Да, есть. К сожалению, мой моральный кодекс не позволяет мне использовать положение для получения личной выгоды. То есть ты мне не поможешь. Что за кодекс? Что за помощь? Не твое дело, ведьмак. А, ладно. Привет. Чем? Пофиг на этого чела. Не хочет, как хочет. Так, все убираем, чтобы не мешалось. Эй. Погнали скипить все время. Так, нам нужен день. Кстати, там, по-моему, новый, да, новый талант появились. 2-2. Ну, я бы сюда еще один вложил. Пусть будет. 2 бронзовых. Блин, бронзовые, кстати, я хрен пойми, куда вкладывать. Можно вот это просто вкачать, да? Нельзя? А, вот так вот сделаем. День. Погнали обратно к Трис. Страсть, как хочется врезать кому-нибудь. Не двигаться. А Лютик тут что-то там сюда? Ну-ка, спросим его. Что за ерунда? Что не скажет? Не хочет ничего говорить. Как-то надо уже доделать квесты в этой главе. Возможно, это, что мы вот этот, кстати, квест с Шани и Трис не толкаем, поэтому у нас все так немного стопорится. Толку-то с тобой говори. Так, Трис, есть ты дома? Да, все, нормально. Геральт. Помнишь, мы говорили о моей личности? Конечно. Есть успехи? Я решил помочь Зигфриду и Ордену Пылающей Розы. Интересно. Геральт из прошлого поступил бы так же? Интересно. С какой стати тебе помогать Ордену? Что тобой руководило? Ну не сказать, я Эльм же помогать. Я человек, меня подвергли процессу мутации в Карморхе, но я все же остался человеком. Кроме того, меня всегда учили защищать людей. Я не понимаю этих нелюдей. Из двух зол я выбираю Орден. В общем-то ничего, просто я решил помочь Ордену. Я не понимаю этих нелюдей. Из двух зол я выбираю Орден. Вот он, твой здравый смысл. Ты всегда терпеть не мог идиотов и истериков, отправляющих юных парней и девушек на верную смерть. Меня совсем не удивляет, что ты выбрал Орден. Я действительно был настолько здравомыслящим? К сожалению, да. Хотя, надо признать, принимая многие важные решения, ты следовал своему сердцу. Все эти копания в моей душе ничем мне не помогли. Терпение. Мы на верном пути. Надеюсь. Так, стой. Прошлое, я понял, что-то там. Геральт. По поводу Альвина. Альвин в безопасности? Да. Лютик привел его ко мне и рассказал, что ты сделал. Я тобой горжусь. Я знала, что могу рассчитывать на тебя. Шани, все ясно?
Нет? Пойди и скажи этой рыжей стерве, что мальчик останется у меня. Покончи с этим раз и навсегда. Попробую, хотя предпочел бы встретиться с отрядом Саламандры. Геральт. Ладно, пойдемте расскажем ей. Пока.